дорогие мои, давненько я не баловала вас новинками нейл-индустрии. По одной банальной причине. Как-то закрутилась совсем среди косметологов, врачей, специалистов эстетической медицины и совсем забыла про ногти. Хотя вы периодически меня спрашиваете и просите: «Оксана, ну что же там ногти?» По направлению роста, то есть вниз на себя, для того чтобы правильно у нас выложились как чешуйки ногтевой пластины, чтобы у нас была правильная сцепка, то есть в одном направлении лучше всего, ну или влево, или вправо, лучше всего на себя, но ни в коем случае обратно поступательными движениями. Работаем все-таки, да, с химией, нам нужно, чтобы все было чистенько, чтобы все аккуратненько у нас легло и не было никаких сюрпризов под материалом, да. Обезжириваем всегда два раза, желательно всегда обезжиривать только специальными препами. Наношу дегидратор, это интегратор влажности ногтевой пластины, так. То, что убирает, забирает влагу с ноготка. Бывают такие ноготки, когда мы наносим его, гель даже, да, базовый мы наносим, и через базовый гель у нас прям вода, вот видно, как пот на ногтях. Вот этот препарат, он дополнительно убирает влагу. Да, ну она седает. Классика жанра — это выделять безымянные пальцы. Да, вот. Да. То есть мы выделим слайдером безымянный палец. Да. Так. Да. На каких будет лунный вот этот необычный? Необычный лунный, а мы сделаем, мы можем этот ноготочек покрыть полностью в один тон. Как вы думаете, с чем сочетается? Виктория четко угадала, какие нужны цвета, оттенки, чтобы это все ложилось с каким-то сочеталось принтом в одежде. И да, кстати, подписывайтесь на мой инстаграм, потому что здесь этот дизайн был выложен в первую очередь.